Приветствую зрителей моего канала. Сегодняшнее видео – это видеоответ Юрия Примаченко, в котором я покажу свой способ, который я использую для того, чтобы зачищать фасы на краях нагелей. Юра для этих целей использует точилку для карандашей, а я использую шлифовочный станок, 125 круг на липучке и два упора. По одному упору я выставляю ширину фас и по второму глубину. Происходит это довольно быстро. Сейчас я покажу. И еще раз. Почему я предпочитаю именно такой способ? Да потому что края получаются шлифованные, без заусенцев. И подобные нагеля очень хорошо входят в отверстие. Вот такая вот маленькая хитрость. А на этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание. С вас лайки, комментарии и вопросы. А с меня следующее видео. Всем пока!